Массовое озеленение началось в городе Металлургов Карагандинской области. Компания ArcelorMittal Темиртау приступила к работам по высадке 100 тысяч деревьев. Саженцы отбираются с учетом климата и местной почвы. Всего же в компании намерены посадить 500 000 деревьев. Марина Золотарева побывала на месте и расскажет подробнее. Место высадки и вид деревьев зеленые офицеры компании согласовывают с учеными. Вдоль дороги у въезда в город решили высадить пирамидальные тополя. Эти деревья морозоустойчивые, не дают пуха и долго остаются с листьями по осени. По словам экологов, пирамидальные тополя хорошо поглощают углекислый газ в воздухе. Это как раз необходимо Темиртау. Вопрос не только в том, чтобы просто высадить деревья, но и в том, чтобы потом за ними ухаживать. У наших сотрудников большая ответственность, потому что нужно найти подходящую землю, сезон для высадки. У нас очень основательный подход к этому процессу. Все деревья, которые мы высадили в прошлом году, прижились и хорошо растут. Перед посадкой саженцев специалисты компании изучили почву. Глинистая поверхность предполагает особую глубину лунок, на дне которых укладывается специальная подушка. Туда же добавляются корневин и улучшитель почвы, и только потом в лунку помещается саженец. По рекомендациям экологов, пирамидальные тополя высадили в 8 рядов. Компания ArcelorMittal Темиртау предусматривает сегодня не просто высадку деревьев, а еще и уход за ними. Трехлетний уход, капельный полив, и видно, что отношение к экологии меняется. Если этот зеленый пояс появится, как по принципу мы видим в нашей столице Нур-Султана, то это будет очень здорово, очень прекрасно. Следить за ростом саженцев будут сотрудники Института лесного хозяйства. Если какие-то не приживутся, их заменят уже в следующий вегетационный период. Компания ArcelorMittal Темиртау планирует в течение 4 лет высадить 500 000 деревьев. В этом году основной упор идет на озеленение в черте города Металлургов. Марина Золотарева, Сайла Угликов, Карагандинская область. Итоги дня.